this. Option 5. Всем привет! С вами Сава, и мы сегодня будем рисовать Five Nights at Freddy's, то есть 5 ночей с Фредом. Вы уже, наверное, знаете, кто такой Фред и все остальные эти персонажи. Ну что ж, давайте приступим. Сегодня мы будем рисовать довольно много. И видео может затянуться. Сегодня, потому что мы будем рисовать всех тоев. Ну, той Ред, той Чак, той Стелла. Матильду будем рисовать в роли Мангл. Еще мы будем рисовать Хэла, то есть марионетку. Ну что ж, давайте приступим. И сегодня нам понадобится довольно много цветов. Простой карандаш. Голубой. Это можете все записать на листочке. Красный. Ну сразу готовьте. Розовый. Черный, желтый, фиолетовый. Оранжевый, бежевый. Если у вас нет бежевого, то можете взять желтый. Хотя вам не нужно брать желтый, потому что у нас желтый нам должен быть присутствовать. И зеленый. Ну просто обложку этого зеленого. На самом деле, ну, я вам покажу сейчас в уголке. Вот зеленый. Ну и что ж, давайте приступим. Сначала рисуем на одном листе всех тоев. И сразу расскажу то, что тои, они должны быть в два раза меньше, чем обычные. Так что рисуем их в два, в пол листа. Ну, если вы хотите настоящего размера. Так, ну сначала рисуем Реда. Ред у меня будет посерединке. Вот Ред. Вот его хохолок. Рисуем ему хохолок. Потом я не буду разбивать на этап, потому что и так работы много. Рисуем ему брюшко. Теперь рисуем ему клювик. Работа ластиком. Стираем. Это, конечно, мелкая работа будет. Потому что мы очень-очень маленького Реда рисуем. Ну, это что, Ред? Щечки ему обязательно. Глазки. И бровки! Они добрые должны быть. Ну, потому что он же, той Ред, он добрый. Ну, по игре он, ну, конечно, как и другие амнатроники. Злые. Злой, но на самом деле он добрый. Так. Рисуем следующего амнатроника. Следующий амнатроник это той Чак. Мы Чака рисовали в прошлом видео, так что можете посмотреть. Так, ну что ж, рисуем Чака. Пока что все простым. Он будет почти такого же размера. Рисуем ему хохолок. Брюшко. Если хотите, чтобы я нарисовал олд амнатронику, то 50 просмотров под всеми рисунками, зарисованными видео. И я буду рисовать олд в следующем видео. Ну, олд, но они все старые. Но всех, кроме Бомба в роли Фокси. И то, и так это будет очень-очень трудно, ну, вы знаете, то, что Бомб будет два листа, и что вас не напрягать. Да хотя Бомб не очень
ты изменяется. То есть Фокси не очень изменяется с первой, вторую часть. Ну что ж, рисуем. Чаку. Нет, Чак должен улыбаться, как и Ред. Поправка. Ред улыбается. Чак. Чак у меня почему-то получился не радостным жизнью. Так что стирать клювик. Если он у вас радостный получился, ну как Ред, то можете не стирать и можете пролистывать это. Можете пролистывать, если у вас он радостный получился. Как и Ред. Следующее ему делаем глазки. Он смотрит куда-то вверх. Ну что ж, теперь рисуем Той Стеллу. Той Стелла, это у меня единственный аниматроник, который получится в двух версиях. Первая версия, это она с клювом, а вторая без клюва. И она будет, и без клюва она будет чуть похожа на Реда. Потому что она будет красная. Ну что ж, давайте приступим. Стелла с клювом. Она что-то слишком маленькая. Допустим. Глазки рисуем ей. Ей хохолочек. Ей щечки. И, ну, Стелла готова. В общем, простите то, что я так все быстро делаю, не очень аккуратно. Но так получается. Вторая версия Стеллы. Она будет похожа на Реда. Ладно, но она чуть-чуть получилась некачественный, неровный круг. Так что я это пропущу. Ну вот уже я сделал круг. Вот здесь ее брюшко. Я уже отметил. Она с бантиком. Она чуть похожа на красную птичку девочку будет. Вот здесь. Вот, 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 вот. Вот, 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 вот. И она отсоединяет глаза. Вот такая у меня получилась Стелла. То есть Стелла с щечками. Ну и короче, работа в цвете. Сначала сделаем Реда. То есть у него аксессуар, микрофончик. Микрофончики от у тоев, ну, как бы их аксессуары отличаются. У той Стеллы кексик, он добрый. А у просто Стеллы, я сейчас покажу, кексик злой. А у той Стеллы добрый. У него свечка вот такая. Ну и сейчас только отойду. Ну и мы продолжаем. Продолжаем. Вот у Чака. У Чака гитара. Только у нее гитара более скромная. Она вот такая, дин-дин-дин, только с тремя кнопочками.
Ну а теперь мы можем выполнять смело работу в цвете. Я это пропущу, чтобы видео не задерживалось долго. Потому что она уже 10 минут длится. Ну, и так намного работы сейчас нужно сделать. Так, ну Red. Red. Red он весь красный. Ну вот и Red. Клювик Реда желтый. У Реда розовые щечки. У той Реда, вернее. Ну, короче, той Ред готов. Той Чак. Ну, вы знаете, весь желтый. У него черное. Ну, так скажем, хохолок черный. У него красные бровки. Он все равно он серьезный, но все равно добрый. Ну, так скажем. У него клювик оранжевый и розовые щечки. Ну вот, и той Чак готов. А теперь той Стелла. Самое сложное. Ну, той Стелла вся розовая. Но это все знают. У нее вроде бы желтый клювик. Фиолетовый кончик у хохолка. Фиолетовые щечки у Стеллы. Теперь другая модернизация Стеллы. У Стеллы красное тело. Уже она страшненькая чуть-чуть. Похожа на Реда. У нее уже розовенькие щечки. Оранжевый бантик. И черный рот. Ну, все знают то, что банджо у Чака красная. А у Стеллы пирожочек. Ну, все знают, он точно такой же, как у Стеллы, только он добрый. Короче, сейчас скоро мы будем делать Матильду. Ну, я их уже сделал. Ну, и мы приходим ко второму этапу нашего задания. И в конце будет бонус, так что смотри до конца. И мы сейчас будем рисовать Матильду, правда, в собранном расстоянии. Делаем лист вертикально. Да, вертикально. Делаем яйцо. Да, вот такое у меня яйцо. Делаем ей брюшко. Я разукрашу ее всю за кадром, чтобы вас не торопить. Чтобы вы не отвлекались от дел, потому что сейчас не запланированный выпуск. Ну, эпизод. Ну вот Матильда. Хотя он. Ну и вот ручка Матильды. Хотя он запланированный. Но получается то, что он очень длинный, а я этого не планировала. Ну и вот Матильда. Ну, осталось только их холок сделать. Вот такой он дин-дин-дин. Тун-тун. И тун. Да, ну вот такая Матильда. Хорошая Матильда. Ну и я ее раскрашу. Ну, все знают. Желтый клювик, розовенькие щечки. Беженькая. Ну, вот это брюшко. Ну, брюшко, и она сама белая. Ну, черный хохолок с розовыми кончиками. Ну вот, я раскрасил уже многое. И вот что осталось, только хохолок. Это я разукрашу при кадре. Чтобы видео хотя бы на 20 минут содержалось. И то нам еще осталось много. Не очень много, но мы уже, по крайней мере, половинку сделали.
Вот, короче, Матильда. Я ее сейчас вырежу за кадром. Вот, короче, Матильда, наверное, самая большая из всех, кого мы сегодня сделаем. Но осталась одна птица и бонус. И, короче, эта птица будет довольно-таки маленькой, но длинной. Это Хэл. Ну, все знают Хэла, Элла. Я его люблю называть Эллом, но иногда Хэлом. Ну, я такой. И у него очень большой клюв. И мы его сделаем... Вот здесь будет головка. А вот здесь... А вот такой большой клювик. И... Положить, пожалуйста, лист вверх, то есть горизонтально, уже сбился. И сначала делайте здесь вот такое яичко маленькое, с Стеллой вот такая, а по сравнению с Матильдой вот такое, как ее щечка. Ну и делаем. Вот здесь хохолок. Вот здесь брюшко. Вот здесь глазик один. А вот здесь второй. Делаем под глазами. Вот такие, что синяки бежевым цветом. Сама она зеленая, но... Ее большая часть точно не зеленая. Берем зеленый и красим. И ну, пока что это похоже на какую-то, ну, на какашку. Ну, простите за грубое слово, но оно так похоже. Но скоро это будет не какашка. Простите за грубое слово. И вот делаем черным хохолок. Если вы, например, залезете в бежевым или желтым, то черный это перекроет. Ну и теперь самое главное. Клювик. Делаем клювик. Вот такой большой клювик. Клювик, да. Такой... Большой клювик. Такой большой клювик. Очень большой клювик. Его же закрашиваем желтым цветом, но я это пропущу. Ну, по крайней мере, нам нужно еще сделать вот такую, ну, как сделаем пробиру. Ну, ротик. Но теперь можно закрашивать. Ну, короче, я нарисовал, аниматроник уже сделал. Ну, короче, нужно только вырезать. И, кстати, раз в 5 выпусков по рисованию, ну, например, 5 ночей с рейдом, то будет выпуск очень большой, ну, как сегодняшний. Кстати, забыл одно, но у Матильды нарисовать бровки. Да, бровки, именно бровки. Ну, короче, я вырежу за кадром. Я уже сделал. Вот, ну тут просто отсвечивает. Давай фокусируйся, камера. Ладно, фокусируйся. Ладно, на что-то поспокойнее. Пойдем, ну, давай, фокусируйся. Ладно, ну вы видели, ну в тени он только ловит. Ладно, Матильда, загораживай, ну видите, желтое. Все. Ну и, короче, бонус. А бонус на моем колесе можно определить. Если мой карандаш покажет на красную, то это значит то, что мы сделаем маску Фредди. Но только это маска не Фредди, а Реда. А если на розовый,
попадет, то ничего не сделал. Ну, и он попал на красный. Вот в эту сторону он показывает. Значит, мы будет бонус. Маска Реда. Делаем маску Реда. Для этого нам понадобится лист. Положите его горизонтально. Горизонтально. Там. И сделаем мы кружочек. И сделаем темные глаза. Мы можем закрасить любым цветом. Мы же маска. Мы вырежем отверстие для глаза. Ну, нет, еще раз нет. Не, ну я сейчас сделаю. Ну вот, я в принципе сделал маску, хотя коряво, здесь брюшко рядом. И здесь его, ну так скажем, цилиндр. Он же всегда с цилиндром. Ну и вот так закрасим пока что. А тут его хохолок. Ну что ж, раскрасим. Наверное, все знают уже цвета Реда. Так, ну я сделал. И, простите, опять реклама. Ну, я стараюсь ничего не рекламировать, но любители Angry Birds, все, кто любит Angry Birds, и у кого нет денежек на Angry Birds и Angry Birds Seasons, они подешевели в App Store. Стали, ну, на много рублей дешевле. Теперь, если у вас есть немножко денежек, то за 15 рублей Angry Birds Seasons или Angry Birds классика ваши. Они стоят всего в App Store 15 рублей. Я скачал, если честно. Да. Ну что ж, приступим к этому. Ну, короче, я вырежу. Ну и будет. И они, если вы будете играть, то в 5 на честь с Редом, то маска вас защитит от Реда и его компашки. Ну что ж, давайте вырежем. Если вы не знаете, как вырезать глаза, я вам скажу. Вот. Ну, правда, у меня чуть-чуть здесь порвалось, но ничего. Вот так вы рвете. И режете. Ну и вот у меня вот что получилось. Правда, чуть-чуть кривовато, но ничего. Так, оп. Рвем. Вырезаем. Ну и вот маска. Если хотите, то что даже на резиночке. Можно сделать вот это его хохолок. Но это и был бонус. Ну и будет рубрика. Ну как рубрика, ну будет рубрика все-все-все-все. Это новая рубрика, где я показываю всех птиц, которые мы сделали в этом видео. И не только, и в предыдущих. Ну и короче. Вот Ред. Чак, Стелла, Бомб, маска Реда, вот это Той. Вот это Матильда, вот это Хелл, роль марионетки, в Мьюзик Бокс. Мьюзик Бокс я сделал за кадром, но его очень легко сделать. Вырезайте 3 квадратика, один большой, а другие чуть-чуть поменьше. Раскрашивайте их в зеленый цвет и скрепите скотчем вот так. И вот вам Music Box. Ну, вот.
И всем пока. С вами был Сава. И в следующем разе мы сделаем Golden Red. Ну, то есть Golden Terra Red. Но это от слова Terence Red. То есть Terence Red — большой брат Red. И также мы еще сделаем Bubblesen в роль Balloon Girl и Синий в роль Balloon Boys. Если будет 50 просмотров, то я, возможно, сегодня сделаю этот выпуск. Ну что, всем пока!